Сбор подписи – это… Количество папок пересчитать? Одна из… Да не, одна из тяжелейших форм работы. И пройти ее очень сложно. Правила участия в выборах самовыдвиженца действительно непростые, но Олег Кожемяка их принимает, ведь он сам выдвинул инициативу вернуть возможность самовыдвижения кандидатов. Для баллотирования на пост губернатора теперь совсем не обязательно принадлежать к какой-то партии и выдвигаться из ее состава. Внесены изменения в краевой закон, обеспечившие расширение прав граждан в выборной кампании. К тому же, чтобы участвовать в выборах, краизбирком должен получить от самовыдвиженцев, в том числе от действующего в Рио губернатора, подписи приморцев в поддержку. Кожемяка безо всяких проблем набрал более 100 тысяч одобрений от жителей, а также 147 подписей от депутатов и глав муниципальных образований. То есть прошел муниципальный фильтр. А также заявил, что готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто имеет здравые предложения для решения социальных задач. Я искренне рад, что вижу своих земляков, вижу на территориях, имею возможность им помочь своими решениями, своими действиями, не просто там индивидуально, но и в целом, поэтому думаю, что такая поддержка, она, безусловно, важна и нужна, и рассчитываю в дальнейшем оправдывать их доверие. Краевой избирком с 26 октября начал принимать заявления от желающих принять участие в выборах губернатора Приморья и продолжит их принимать до 18 ноября. Кандидаты, которые ранее заявили о желании участвовать в выборах, могут подать документы на регистрацию, после проверки которых краевой избирком примет решение о регистрации кандидата. 16 ноября мы вам сообщаем о результатах проверки подписей, которые собраны среди депутатов и глав муниципальных образований. 18 ноября мы готовы отчитаться о проверке подписей избирателей. 20 ноября готовы рассмотреть вопрос о регистрации. Действующий в Рио губернатора Олег Кожемяка первым подал документы на выдвижение и одним из первых – на регистрацию. Эксперты отмечают, что несмотря на то, что Кожемяка всего чуть больше месяца находится на посту главы региона, он уже успел приобрести известность и высокий уровень поддержки населения. Напомню, что новые выборы губернатора в Приморском крае состоятся 16 декабря. Необходимость в повторном голосовании возникла после отмены итогов сентябрьской избирательной кампании. Максим Яковлев, новости на Восьмом.